Заканчивается сезон отпусков. Многие сразу выходят на работу и чувствуют себя даже хуже, чем перед отдыхом. Это так называемый постотпускной синдром, когда человек чувствует усталость, как будто трудился без выходных целый год. Наша жизнь состоит из мельчайших каких-то действий, и они складываются в наши 24 часа в сутках. И вдруг резко мы должны поменять как минимум 8 часов на дню, вот из этих 24 часов. Конечно, эта перестройка, она влияет. Мы должны по-другому складывать свою жизнь. Возвращаться из отпуска надо постепенно. Психологи советуют приехать заранее, чтобы в последний предрабочий день заняться личными делами. Также важно научиться разделять работу и отдых. Многие выходные думают о рабочих задачах или стараются сделать что-то заранее. Так делать нельзя, говорят специалисты. Тут важно расставить приоритеты. Если он будет понимать, что я в моих руках поменять мою жизнь так, как я хочу, то тогда он будет более внимательно относиться к тому, а как я могу поменять, а что именно мне не нравится в моей работе, а что, на что я могу повлиять, а на что я не могу повлиять. Чтобы избежать эмоционального выгорания, нужно прислушиваться к себе и своим желаниям, а не откладывать на потом. Также переключить внимание и улучшить эмоциональное состояние помогут различные хобби. Если человек наполняется чем-то помимо работы, если для него работа – это не основная жизнь, есть еще то, чем он живет помимо работы, то он, конечно, он не относится к работе с таким всепоглощающим вниманием. Если вы чувствуете, что работа вам тягость и никакие советы не помогают, то нужно задуматься, что, возможно, стоит сменить сферу деятельности на ту, которая вам интересна. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».